Привет всем, а вернее, доброй ночи. Всех с наступающим праздником Пасхи. Сегодня будем готовить тесто на куличи по новому рецепту. Называется это Александрийский кулич или венское тесто. Опара ставится на ночь, а уже утром замешивается тесто. Нам понадобится, здесь я сейчас расскажу норму, которая у нас идет уменьшенная. То есть здесь все ингредиенты у нас увеличены вдвое. Идет у нас 3 яйца полных и также желток от белка, который у нас пойдет на глазурь. 250 мл молока, 50 граммов живых дрожжей, 2 стакана сахара или 1,5, кто не любит слишком сладкие куличи. И получается нужно сливочного масла 120 граммов. И вот эти все ингредиенты у нас пойдут на опару. Яйца немного взбиваем венчиком в течение 1 или 2 минут. И затем добавляем сахар и снова все перемешиваем. Молоко наше подогрели до 35-40 градусов. И сейчас будем растворять в нем живые дрожжи. А затем вливаем все в нашу яичную смесь. Все перемешали, и осталось теперь только добавить мягкое сливочное масло. Стояло оно при комнатной температуре, наверное, часов 5. И сейчас его кусочками будем добавлять в нашу массу. Масло у нас вот так вот плавает кусочками, как написано в рецепте. Это так и должно быть. Затягиваем нашу миску пленкой и оставляем всю вот эту массу бродить целую ночь. Или примерно 8-12 часов. В описании рецепта сказано, что вроде бы ничего никуда не должно убежать, но все равно берем вот эту вот миску поглубже, на всякий случай. И всем спокойной ночи. Доброе всем утро. Подготовили оставшиеся ингредиенты и будем сейчас замешивать наше тесто на куличи. Нам потребуются цукаты, изюм. Примерно их количество идет 100 граммов, но можно чуть больше. Также ванильный сахар, масло растительное добавим, наверное, ложки 2 или 3. И, соответственно, водка или коньяк по такой вот небольшой стопочке. Соответственно, чтобы наши куличи были более рассыпчатые, пышные, воздушные. И также мука. Мука по рецепту идет 600 граммов. Но может потребоваться муки чуть меньше, может чуть больше. У всех мука разная, поэтому слишком тесто взбивать мукой не стоит. Чтобы именно куличи были более воздушные, много муки не стоит именно вмешивать. Наша вот эта вся масса еще вчера переехала в более такую большую миску, потому что и подходить тесту потом нужно будет, и та миска все-таки мелковата была. Сейчас откроем, не открывали еще. Ничего никуда не сбежало. В общем, вот такая вот получилась масса. И теперь сейчас сюда начнем, соответственно, добавлять соль, ванильный сахар и водку. Вот так вот все перебродило. Ну, масло в процессе потом вымешивания, оно разойдется. Добавляем ванильный сахар. Сразу все зашипело. Дальше водка. Дрожжи проголодались, сразу так отреагировали на сахар. И сейчас добавим подсолнечное масло и соль. Чайная ложка соли. И растительного масла. Примерно, наверное, 3 столовых ложки. И все, перемешиваем. Можно добавить цедру
апельсина, но у нас нет, поэтому не добавим цедры. Примерно где-то 1 столовая ложка или чуть больше цедры добавляется. И все, теперь осталось начать просеивать муку. Ну вот, практически всю муку вмешали. Теперь сейчас будем брать растительное масло и все вручную вот это перемешивать, вымешивать около 10-15 минут. Такое получается тесто. И сейчас осталось только вот именно с маслом его повымешивать, чтобы оно приобрело такую консистенцию, чтобы уже не сильно оно липло к рукам. В общем, будем сейчас дальше продолжать его месить. Смазываем руки растительным маслом и вот так вот вымешиваем. Я, конечно, это не профессионально делаю, поэтому, ну, что-то вроде вот этого. Масло сливочное начинает растворяться, и тесто приобретает такую-то особую текстуру. И вот так будем минут 10-15 вымешивать. Вот такое вот получается тесто. Практически оно не липнет к рукам. То есть вымешивали его где-то, наверное, минут 15, то может быть даже чуть больше. В общем, чем больше, тем лучше. И сейчас осталось только добавить сюда изюм, цукаты и все это вмешать в наше тесто. Добавляем наши изюм, цукаты. Все хорошенько сейчас перемешаем опять. Вымешаем. И будет очень такое вкусное, замечательное тесто на куличи. И продолжаем вымешивать, чтобы они более-менее равномерно все распределилось у нас. Ну вот, наше тесто вымешано, и теперь его немножко так присыпем мукой сверху. И накроем полотенцем. Отправляем наше тесто на расстойку на 2 или 3 часа. В процессе подъема, если тесто будет у нас выползать из вот этой вот миски, в общем, будем его подбивать. А затем уже будем формировать наши куличи. Наше тесто уже 3 раза поднялось. Будем формировать куличи и ставить их на расстойку около 50 минут или даже, может быть, час будет еще подходить. Формы смазали подсолнечным маслом и застелили пергаментной бумагой. И вот такое вот тесто. Ну вот, первая партия куличей готова. Оставим их подходить, а через минут 30 или чуть больше сформируем вторую партию. Поставили наши куличи в духовку. Подходили они чуть больше часа и были накрыты полотенцем. А теперь будем выпекать их первые 10 минут при 50 градусах, а затем добавим температуру до 160-170 градусов и будем уже выпекать до готовности. Ну вот, первые наши куличики испеклись. Сейчас их достанем из духовки. Выпекались они где-то, наверное, 50 минут. Даже, может, немножко больше. 50 или 55 минут. И готовим белковую глазурь. На один белок у нас идет около 1 чайной ложки лимонного сока. Можно его заменить щепоткой лимонной кислоты. А затем добавим при взбивании 100 граммов сахарной пудры.
и будем взбивать до устойчивых пиков. Достали все наши куличи из форм, и сейчас будем смазывать их белковой глазурью. Все куличи покрыли глазурью, и сейчас осталось только украсить их различными вот такими вот посыпками, кокосовой стружкой цветной, и вот такие вот тоже есть кондитерские посыпки. Вот такие вот куличики. Вот так вот у нас проходит процесс украшения куличей к светлому Христову воскресению. Такие вот очень красивые и вкусные куличики. Всех поздравляем с наступающим главным христианским праздником. Желаем вам мира, добра, благополучия, чтобы все невзгоды обходили вас стороной. Всем всего самого-самого доброго и будьте счастливы!